Она талантливую, она серебряный призер новой волны 2010, Татьяна Шурко, друзья мои, ваши аплодисменты, давайте будем дружелюбными и громче встретим ее. Татьяна, где же вы? Окей. Татьяна не с нами, тем не менее мы похлопали, она прочувствовала это, как я буквально Новый год от Натальи Валенской. Ничего страшного. Тогда мы представим вам следующую финалистку конкурса «Я звезда», лауреата более 40 престижных наград, Екатерину Терещенко. Давайте вашими аплодисментами встретим 40 наград, не просто так. Екатерина, добрый вечер. Я думаю, чего так стоят наши фоторепортеры возле вас? Поймутся, красивая девушка, я чего вы так поете, хорошо видеть. Так, с третьего конкурса, эстрада циркового колледжа. Она работает на бэк-вокале у народного артиста Украины Павла Зеброва. Ее творческие достижения в 2007 году были отмечены президентом Украины, поэтому неудивительно, что оргкомитет и члены жюри конкурса «Я звезда» присудили Екатерине победу в номинации «Лучший исполнитель». Итак, дорогие друзья, она уже на сцене, встречайте ее аплодисментами. Спасибо. Спасибо всем организаторам и людям, которые голосовали за меня, за то, что я здесь. Спасибо. Конечно же, диплом. Ко всему прочему, наша победительница номинации «Лучший исполнитель» получает в подарок сертификат номиналом 500 гривен на покупку музыкальных инструментов в фирменном магазине «Yamaha». Я, Катя, прошу не уходить, задержаться на некоторое время. Дело в том, что
на эту сцену должен был подняться очень талантливый исполнитель Тарас Полищук, автор и исполнитель. Он сперва принимал участие в конкурсе «Я звезда» в составе группы «Джуни». Вскоре, ввиду расхождения понимания стиля музыки, группа разделилась на два разных музыкальных лагеря, так бы сказал. Так появился проект «Лориан», который вышел в финал конкурса с песней «It's Only a Dream». Именно благодаря сайту «Я звезда» Екатерина Терещенко познакомилась с Тарасом, и в результате чего родился новый дуэт. Правильно? «Лориан» и «Кэтрин», если я не ошибаюсь. Сегодня они должны были исполнить песню «It's Only a Dream» вместе, но дело в том, что Тарас, насколько я понимаю, еще и мастер спорта по горным лыжам. Ну вот, как версия, я не знаю, должен был знать, почему он сломал ногу, но факт остается фактом. Грустное известие, он сломал ногу, соответственно, сегодня не решил омрачать наши события костылями, там всеми остальными делами. Друзья мои, можно ему заочно поаплодировать? Давайте поаплодируем этому человеку. Жаль, что так произошло с ним, но тогда придется, Кэтрин, ну, собственно говоря, вам самостоятельно отдуваться, чем, собственно, мы и займемся. Екатерина продолжит исполнить еще одну песню под ваши аплодисменты, дорогие друзья.